площадях работают труженики земли. Руководят этими работами люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Нет войны, нет эксплуатации. В конце 80-х мы имели 8% жителей страны, которые говорили, что Сталин – великая личность, герой, то сейчас, по последним опросам вот этого года, 52% – это максимальная оценка. За 25 лет его власти в нашей стране пропали без вести и погибли от репрессий и войн миллионы людей. Очень трудно, наверное, преподать так, что вот в таком-то году произошло то-то, и это было только из-за того, что Сталин – тиран. Да? Все спали, ее ночью пришли три дядьки и убили. Из города, из лагеря привозили каждый день умерших. Возили сюда их на лошадях, как правило, потом на грузовиках. Где он, Сталин, и почему, когда он умер, за ним шли люди, которые рыдали? О человеке, который, да, на первый взгляд убил, да, в каждой семье почти была потеря, шли и рыдали. Благодаря Сталину и, возможно, благодаря репрессиям была одержана победа в Великой Отечественной войне. Картина репрессий ужасна. Не хотят люди, не хотят вникать в это, не хотят читать, не хотят этому верить. Ну а почему вы думаете, что один Сталин вот во всем виноват, один Сталин? Почему до сих пор неизвестны места, где расстреляны люди? Потому что власть не заинтересована в том, чтобы эти места были найдены. Как же можно забыть такую историю?